Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы добрались таки до... Куда мы добрались-то? Чёрт бы его подрал. Аванпост Мохаве, по-моему, да? Да. И сейчас попросим подкрепление у товарищей из НКР. Caravan, citizen. Чего? Just need something for the logbook, keeping tabs on traffic throughout the outpost. Although mostly just in, not out these days. If you're looking for the commanding officer, he's in the back. Although, he's got a lot on his plate. Хорошо. Нам нужно поговорить о Приме. Prim? Hayes units are stationed up there. We're having problems with some of the NCRCF convicts. What can I help you with? Хейсу людей вообще-то не хватает. I'd like to help, but we can't spare any more units. We have to maintain a minimum headcount at the outpost. Orders from the west. Бартер, если Прим... Ну хорошо, давай. I see the wisdom in that. I'll radio for a unit to head up to Prim and offer some additional support. Хорошо, великолепно. Я чем-то могу помочь? Help? Oh, well, you could speak to Ranger Jackson. He might have... He sort of runs things... Хорошо. Так, мне требуется ремонт. Упшет. Вот это. Стоимость 800, крыжик, ты чё? Тут, давай, я не знаю. Почини-ка мне винтовочку ковбоя, блять, за 600 крышек, да ты... Может, не надо, а? Так, пистолет 10-миллиметровый. Нет, спасибо. 700 крышек. Да чё у тебя за цены такие? 800 крышек. Нет уж, нет уж, нет уж. Охотничья винтовка. Даже... Нет уж. Давайте-ка за 47 крышек починим колпак. И все, пожалуй, потому что... Ну, как бы... Это неправильно, ребят. Столько денег отдавать. Хотя бабло у меня есть. Нет, все, не буду больше ничего. Сэр. Давай, до свидания. Так, кто ты говорил, где-то тут у тебя это шериф есть, да? Местный ваш. О, Рэнджер Джексон. The... And... У тебя вроде... Soldiers, no. Recruits, yes. And the Mojave outpost has been ordered to have a standing force at the NCR perimeter at all times. So sending anyone out reduces the outpost's numbers. А НКР присылает новые войска? Sending more troops, yes. To reinforce the outpost, no. Troops head through here on their way to McCarran, or to the front lines at Forlorn Hope. Or they're on leave, on their way to New Vegas to piss away their pay. All of them, passing through. Mm-hmm. Чем я могу помочь? Help? Now look, I appreciate... You know what? Yes, I could use the help. And you look like you can handle yourself. I need to get the caravans moving again. That means clearing a path north. There's too much crawling the asphalt up the road. Заметан. Thanks. Хорошо. Разберусь я с твоими... Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Своими... Hello. С твоими тараканами, черт бы подрал. Только где-то тут еще у вас был торговец. Сколько я помню, мне нужны патроны. Здесь, да? Это казарм. Давайте проверим. По-моему, здесь. Да, именно. Видите, память. New face in the outpost. На продажу. Take a look. Она вроде со мной неплохо торговать будет. Так, чё? Неплохой. Ну давайте по оружию. Клюшка. Бита, динамит. Кастет. Особо ничего, да? Помощь, антирубин. Докторский саквояж, давай сюда. Стимуляторы все. Я тебе 6 сотен должен, да?
Ну, раз уже на то пошло, магазин для... для чего? 12,7, так я понял, что это такое. Для карабина. Нет. Ничего особого, да? 10 миллиметров. Все давай сюда. Вот этого соточку. Ну, 125, да? И вот тут у тебя должны быть патроны. Черт, у тебя нету таких патронов. Это плохо. Это плохо, нету моего охотничьего винтовка патронов, но тем не менее. Оружие. Так, что продавать-то? Нет, ни в коем случае. Нет, тоже ни в коем случае. Помощь. Антирадин. Ну, как бы он не очень дорогой. Бафа. Забери две. Тоже может забрать. Характеристика плюс один. Готовые обеды. Забирай. Вот эти вот кедровые орехи забирай. Они, в принципе, ничего не стоят. Кашеглаз тоже. Медикс оставлю, пожалуй. Надо бы им пользоваться. Это что там? Да, мороженое мясо все. И это тоже все забираю. Потом, не знаю, 6 штучек. Нормально, нормально. Противоядие оставлю, психо оставлю. Регенерацию оставлю. Собачатину можно забрать. Стелс, бой, хрен с ним, ладно. Целебный порошок оставлю. Чипсы забирай. Я думаю, поэтому все, да? Они ничего не стоят. Черт, пускай остается. Фляжка остается. Вот это забирай. Стиральный порошок забирай. И все, в принципе. По боеприпасам, да я не знаю, что тебе дать. Вот эти вот патроны. Знаешь ли, 200 штук все-таки. Для дробовика сможешь забрать, в принципе, мне не нужно. Так, для магнума. И вот энергобатареи тоже можешь забрать. Токи как-то так, да? Ну, ладно. Тайны. Чем мне теперь все? 2000 крышек. Ну все. Да ладно, с тобой потом. Ночью выдвигаться, конечно, тоже не лучшая идея, но да, фиг бы с ним. Hey. Я не думаю, что меня кто-то сможет остановить. По итогам. Так, задание. Уничтожьте всех агрессивных животных. Сейчас. Сейчас все сделаем. Это ведь добрую славу нам принесет, насколько я помню. Так, чё ты? А, хотел по-крутому. Не пошло. Где мне тут этих агрессивных искать? Хотя, я думаю, они сейчас сами меня найдут. Ой. Ну, пока. По Ватсу ничего. Опять же, не знаю. Где мне их искать? Нет, не уверен. Вообще стоит туда лезть, мало ли, может, это какой-то гигантский рад скорпион.
Знаете, а когда без музыки играть, по атмосфернее становится. Может, мне кажется, конечно. Ты чё? Зверел там, конец. Его не пробивает просто. Там ещё один какой-то есть. Ой, блядь! Я ж думал, ты мёртв. Со мной делаешь, ты скотина. И все? Или еще кто? Да, еще один. Все, готов. Возвращаться к вам просто. Хорошо. Плевое дело, по-моему. Все это было очень легко. 9-миллиметровый такой универсальный пистолет, в принципе. Он в состоянии разобрать почти все. Ну, его вскоре придется, конечно, заменить, но тем не менее, пушка. Крайне-крайне хорошая. Hello. А ты вот с чем ходят у нас бойцы Аскарабин? Хотел похвастаться, что у меня пушка получше. Ну, охотничье ружье мое то получше. Вот. О, насчет. Appreciate с винчестером ходит. Кажется, мне говорил о награде. No, I mentioned you might accidentally get supplied, and I meant it. Not allowed to contract mercenaries at the outpost. Still, a requisition form or two can get lost, and they're not gonna come check. So here you go, just between us. Бывай, Вендовка, спасибо. Так. Там. Красноречие, давайте-ка. Давайте-ка в 60. А чё? Почему бы и нет? 35 ремонт. И по взлом. Ещё единичку кинем. Готов. Патроны 5.56, завтрак караванщика, ремонтный набор оружейника, точные крышечки. Вообще хороший подгон ты мне организовал. Спасибо, товарищ. Винтовка. Это моя, да? Ау. Вау, так ты мне карабин организовал. Да, реально карабин. Чем у нас карабин стреляет? Я хочу вступить в НКР. А, 5.56? То есть тем же калибром, что и... Брамин? Hello. Слышишь, а у тебя еще задание есть? Appreciate the help. Ну, неважно, я пойду. Так, ну что, я, пожалуй, договорился, в принципе, о том, что хотел. Помог немного аванпосту. А, сейчас тут где-то на крыше еще снайперша была. Не знаю, сейчас посмотрим. Как у нее с этим делом? Что у нее какие задания есть? Сколько я помню, с ней был связан какой-то квест. You a courier? Курьер? If so, this might be your lucky day. If you don't mind walking a bit. Смотри.
посмотреть, что за работа. I think there's trouble in Nipton. No, I'm sure it's... There's anybody... На Нептун напали легионеры. Legion this far west? You're fucking kidding me. That's not outside the border. У тебя там были друзья? In Nipton? Hell no. Town was a shithole, asking to be burned. Just not by Legion. Nobody deserves that. Well, thanks for hoofing it there and back, even if it was bad news. Wish we could spare the troops to go hunting, but orders are to stay put. Fucking Mojave's gone to hell, and all I can do is sit here and watch. НКР свой человек. Сообщество приняло вас, оценив ваше стремление помочь. Yes! Yes! Так, давайте-ка посмотрим, что у нас по квестам осталось. Заданица. Ну, в любом случае, мне придется идти в... Ладно, черт бы с ним. Ладно, сейчас поговорим с товарищем, а там уже посмотрим. Не уверен. Что тут все кончится нормально, но... А. Ты кто? Курьер? Хорошо. Допустим. Я надеюсь, они спать-то не пошли. Подкрепление тебе придет, товарищ. Обязательно придет. Так, мины. Главное не забыть за мины. Вот это мины. Аккуратно. Все. Опасную зону, можно сказать, прошли. Блин, круто, НКР, молодцы. Вообще. Нормальный такой подгон мне организовали. Только я вот этот петушок одел. Черт, надо бы какую-то шляпу намутить. Какого-то ковбоя отжать. И можно жить дальше. Так. Я? Нейт. Мне удалось договориться о подкреплении для Прима. Yeah, I just got word of that. There's a squad of Rangers standing by. Sergeant McGee will take over as sheriff, and the Rangers will be his deputies. This town will be in NCR territory. This means that aside from protection, the citizens will also need to become registered NCR citizens and pay any appropriate and associated taxes. Да, вызывай людей. Приму нужна защита. Roger. I'll radio them over now. Hey. А, то есть все? Это все? Квест этот, получается, закончен? Да, получается все. Теперь у меня... В основе осталось только покончить. Но, естественно, я не нашел еще эту локацию. Boulder City. Давайте-ка туда. И оттуда уже двинемся в Нью-Вегас. Нью-Вегас прекрасное место. Там можно поднять все. Все пушки, что мне нужны. Броньку. Короче, все. Ой! Простите, пожалуйста. Это было непроизвольно. Так. Хотя, знаете, давайте-ка... You've done a good turn for the NCR, and now we'd like to do one for you. Here's an NCR emergency two-way radio. You call, and we'll come running. You're not alone out here. The NCR has your back. Stay safe and good hunting. Вот почему я люблю НКР.
Что ж, ребята, давайте-ка, пожалуй, на этом я и закончу свою серию. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео!